Уважаемые телезрители телеканала ТВ представляет прогноз погоды на 31 октября. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Поздравляю Елизара Шагнанова с днем рождения. Будь здоров. По республике смещение фронтальных разделов, неустойчивая погода, местами небольшой умеренный снег, поземка, ветер северо-западный 4-9, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 7-14, местами до минус 18, днем от плюс 1 до минус 5. По центральным районам ночью минус 4-10, днем от плюс 2 до минус 3. По южным районам ночью минус 4-10, днем от плюс 2 до минус 3, местами по юго-западу до минус 6. В столице Бурятии ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Температура ночью 5-7 мороза, днем около 0. Внимание, на перевалах автодорог гололедица, снежные накаты. Атмосферное давление ночью будет падать до 714. Утром расти до 719 миллиметров ртутного столба. Сибирский кедр на самом деле является сосной, хотя и состоит с кедрами в одном семействе. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шагнанов. Это что, мы сосновые орешки грызем? Однако как белочки.